Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие тигритки. Сегодня с вами снова я, тигр Надя. Хочу сделать сегодня небольшой обзор на вот такой вот мушрум сет для почтовых вложений, переписок и так далее. Просто, может быть, для вашей коллекции. Данный набор предоставляется на сайте Mail Art Inspiration, и в него входит три тега с грибочками. Вот такой вот прекрасный тег. Вот такой вот. И вот такой. Очень-очень красивые теги, которые просто приятно держать в руках. Они все довольно-таки интересные и красивые. У нас здесь лисички изображены, например. Сзади они с белым оборотом. Можно фломастером что-нибудь написать, потому что бумага глянцевая. И также к каждому тегу идут наклейки. Такие вот красивые наклеечки. И вот такие. Я сама вообще очень сильно люблю грибную тематику и любую тематику, связанную с лесом, с природой, всякие травинки, былинки. Вот. И поэтому я не могла пройти мимо этого набора. Он очень сильно заполнил в душу. И так жаль, что всего лишь по три вида, всего здесь. Хочется, чтобы было больше, больше, больше. Но у меня есть набор еще открыток, которые я вам показывала недавно. И вот это хорошее дополнение к тому набору. Так что для тех, кто коллекционирует или просто любит тематические письма, или ваш собеседник любит данную тематику, то можно вполне себе отправить ему в письме такие вот приятности. Надеюсь, вам понравилось. Всю информацию оставлю внизу, также ссылку на этот товар. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.